Сегодня мы в Таарихи Кент Меркези, в старинном центре Анкары. Смотрите, мы достаточно находимся на горе. И у нас сегодня цель – посещение музея. Друзья, вы можете себе представить, то есть Анатолия, Турция – это и есть те земли, где были все эти древние цивилизации. Конечно, мы можем поехать в музей Берлина, мы можем поехать в музей Европы, потому что много чего привезли туда в свое время немецкие копатели, так сказать, археологи. А сейчас мы заходим туда, и я посмотрю, что я забыла. Экспонаты представлены следующих периодов. Палеолитический, неолитический, калколитический период, ранний бронзовый. Ассирийский, фригийский, хеттский период, урарту, анкарский период и классические века. Вот такие вот женщины Анатолии очень важны. Их находят везде, повсюду. Ну, предполагается, что был матриархат, конечно. Женщина, чтобы рожать, должна была быть крепкой женщиной. Естественно, поскольку людей-то рожали, да? Сколько человек-то рожали. Вот она и была богиней. Богиней, вы понимаете, долгое время. Я вам не скажу, когда, в какие годы, там, сколько тысяч лет. Но такие фигурки в Анатолии находятся, находят повсюду. И представляете, сколько здесь было древних цивилизаций. А женщинам? Что она нужна? Нужно женщинам? Нужны женщинам бусики, украшения. Вот посмотрите, какие нужны им браслетики. Ну а как же? До сих пор это все нужно. И вон мы носим, посмотрите на себе, все такие вот украшения и браслетики. Я понимаю тех женщин. Другой период. Очень были популярны такие олени. Знаете, а помните, олени были у скифов, да? Вот такие вот символы считаются символом солнца. Видите, кругом оленей тоже вот такие вот медные или золотые предметы. Я не знаю. Но олени и вот такие вот диски находят повсеместно. Повсеместно в этой территории. Угу. Вот смотрите, сколько здесь таких вот оленей. Очень красивые, все с солнечными дисками. Да тут даже, смотрите, люди есть. Так, посмотрим, что за люди, как они выглядят у нас. Вот люди у нас выглядят вот следующим образом. А это уже ассирийский период, друзья. Посмотрите, здесь уже много птиц, орлов. Вон, посмотрите, какие ботиночки. Прям вот, да, напоминают наши ботиночки вот такими закругленными носами. Вот у винцев до сих пор такие вот ботиночки носят, чтобы не сквернить землю. Вот такие вот фигурки и львов, и других и разных интересных животных. Я бы сказала, что не все эти животные мы можем определить, что это за животные. То есть много здесь представлено из керамики. Очень интересная ваза. Я так понимаю, это ассирийского происхождения, да? Но очень уж похожи все позы на египетские. Видите, тело развернуто характерно, что-то они несут характерно. Такой линейный ряд. Цвета совершенно другие, не то что в Египте, правда? Все же одна культура переходила в другую культуру. Как ни крутите, всегда был обмен культурами. Смотрите, стол 800 лет до нашей эры. Вы только посмотрите, ну как-то его тут собрали, как-то он сохранился. Ладно, но посмотрите, какие символы. Видите? Посмотрите, какие символы. Известные во многих культурах. Вот так, друзья, насколько все орнаменты еще и переходили из культуры в культуру.
Это, друзья, интересно. Кибела. Кибела – это богиня у фригийцев. Вы знаете, у них, оказывается, было много разных животных, каких-то существ, богинь и богов. И только одна женщина изображалась в женском, в человеческом образе. И вот эта богиня Матер. Это что значит? Сибела, да? Мать, да? И Кибела – это означает гора по-фригийски. Вот такая вещь. Посмотрите, вот она женщина, а здесь какие-то интересные маленькие человечки. Дети. Дети, конечно. Так, цивилизация Урарту. Вот примерно вот такие вот орнаменты. Я вам делаю быстрый обзор. Ну, вы смотрите, геометрических таких форм. Цветочки, как в Древней Греции, заметьте, наверху. Добро пожаловать в зал с каменными артефактами. Воины. Смотрите, много львов. Смотрите, человека-птиц. Значит, это, посмотрите, я так понимаю, тоже человека-лев-птица. Да, женщина, она и же и лев, она же и птица. Такое ощущение, что в прошлом люди однозначно экспериментировали с генетикой, однозначно работали и создавали полулюдей, полуптиц. Почему сейчас создают же людей? Мы уже можем рожать с пробирки. Неужели не было экспериментов? Не сомневаюсь, что не было в древних цивилизациях экспериментов, когда были такие технологии. Или все это сказки, дорогие друзья, да? Это письмена, какие-то письмена, иероглифы, но не египетские. О, едут на повозке с лошадками. Да, война, война, друзья. Беспрестанно война. Богиня сидит. Богиня сидит на троне. И кто-то к ней пришел такой, я бы вам сказала, с крылышками. А это фотография раскопок. В раскопок вон находили вот эти огромные глыбы вот таким вот образом. Интересно, правда? Но этот античный период, это просто фантастика. Посмотрите, во-первых, сколько здесь фигурок найденных. Любых размеров, какие вы хотите. Посмотрите, ну и качество выполнения, детализация всего этого. Ну, я в восторге, конечно, что уж говорить. Непревзойдённое мастерство. В целом, можно сказать, что здесь уже больше людей, нежели животных людей, да, наполовину животных, наполовину людей. Но и это уже сравнительно не так давно от нашего периода. Это уже не 10 тысяч лет, не 5 тысяч лет до нашей эры. А вот эти вот переносицы, характерные для греческого периода и римского периода, сейчас уже очень сложно найти в нашей географической зоне, в Турции. Я видела такую девушку в Греции, и там их так мало осталось. Вопрос, куда делись эти люди? Посмотрите, а Мустафа Кемаль Ататюрк тоже посещал раскопки. Друзья, а вот вам и раскопки прямо в Анкаре фригийского периода. Посмотрите, как город, прямо улица. Да. Вывод. Можно говорить, что Анкара – новый город, сколько угодно, но все древние культуры были то южнее, то немножко восточнее, то немножко севернее Анкары. Можно сказать, Анкара – современная территория
все время была в центре жизнедеятельности человека. Цивилизация построена на женщинах. Смотрите, без продолжения, без нас. Как бы продолжался человеческий род. Это очень важно. Важно, что ставят такие вот фигурки. И, не знаю, друзья, ходите по музеям. Здесь очень-очень много народа. Очень-очень много народа. Все в музеях. Это значит... Ну вот все вот эти украшения я люблю. Я так люблю все эти украшения. Просто обожаю. Ну и вот, смотрите, что я купила себе, каких львов. Мне нравится. Классно чувствую себя.